олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. Кать, привет. Всем привет. Всем привет. Как настроение? Я рада быть сегодня с вами. Отлично. Я как вошла сюда, у меня сразу столько воспоминаний. У нас здесь был чемпионат мира и чемпионат Европы, множество гран-при. Я обожаю эту арену. Самые запоминающиеся, и до сих пор мурашки бегут, когда я об этом рассказываю. Когда я была в Нью-Йорке, я была на матче Brooklyn Nets на их арене личной. Сидела в первых рядах, прям видела, как эти прекрасные мужчины бегают. Ай, это просто действительно, вот эти пальцы были гигантские, мы орали. С сегодняшнего дня увеличивается, как сказать, разрешение на заполняемость арены нам дано. 50%. Да. Зрителям тоже будет потрясающе после 26 лет фигурного катания, понимаете? Я заслужила это. Столько не живут, сколько Екатерина откатала. Спасибо огромное, что пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. Дорогие друзья, гость-участник этого эфира Макс Дисюк, ведущий нашего матчевого шоу здесь на арене. И у него рядом с ним прямо сейчас тренер нашей команды Антон Юдин. Макс, слышишь ли ты меня? Тебе слово. Жень, привет. Огромнейший тебе, как и, собственно, каждому болельщику, который прямо сейчас присоединился к этому эфиру, а присоединились, потому что многие ждали меня, но многие ждали помощника главного тренера Антона Юдина, который, кстати, друзья, можно поаплодировать прямо сейчас, сидя перед своими экранами телевизоров. Человек постригся, подготовился, полгода не делал никакой стрижку, как узнал, что будет в эфире. Ждал эфир. Есть ли какая-то особая кричалка у болельщиков, которые команду гонят просто невероятно вперед? Надо спросить у фан-сектора, потому что, вот честно скажу, за всеми вот этими перипетиями борьбы не всегда удается даже посмотреть, как группа поддержки танцует, не то что песни. Ты не смотришь, как танцует группа поддержки. Представляешь? Ты не поверю никогда. Дебют Александра Шашкова. Как, что обсуждала команда? Как он сыграл, на ваш взгляд, именно тренерский взгляд? И как парень проставился после этого? Проставился, надо спросить у команды. Тренером не проставился. Минус. Не знаю теперь, когда появится в составе. Вот. А что касается дебюта, я думаю, что это, в принципе, логичный шаг. Тем более, что у нас были проблемы с травмированными игроками. Вот. И мы подключаем молодых достаточно активно. Они с нами тренируются, поэтому это ожидаемо, скажем так, и логичный шаг. Давайте проверим Антона. ЦСКА всегда будет первым. Поехали. Спасибо, Жень, тебе слово. Прямо сейчас Анна Мельникова, бьюти-блогер, и Денис Тюленев, фитнес-тренер. Как часто вы бываете на баскетболе? Всех спрашиваю. Ты часто здесь гость? Тебе? Очень редкие. Хотя я была на баскетболе года, наверное, 3-4 назад, тоже на ЦСКА. А я вообще первый раз. Ну, не на Ледовом дворце, в этом был вопрос. УСК. Как на Ледовом дворце, да. Напротив. Первый раз. Я вот первый раз на баскетболе и первый раз в мегаспорте, поэтому супер знаковое событие для меня. Я ни разу так не делал, честно скажу, но это интересно как минимум 4 с лишним миллионам подписчиков, да. Я видел. Я думаю, что вам надо попробовать. У вас все-таки медийная такая профессия, что обязательно надо. Мне можно кажется, без ушек, а можно, наоборот, с ушками? Прямо будет сейчас, так мне кажется. Сейчас январь, после праздников. Вот эти мешочки, они образуются. Да, они печальные, на самом деле. Обвислости всякие, или там, наоборот, выпуклости, они присутствуют. Как прийти в форму, если, так скажем, человек занимается спортом, как ему быстро прийти в форму? Знаете, я могу легко соединить с баскетболом. Так. Потому что топовая проблема после новогодних праздников – это отеки. Да-да-да. Как всего тела, так и мешки под глазами, которые вы упомянули. Главная отмазка девушки. Веки, что такое? Что такое? Я отекла. Я отекла. Пойдем так на концерт. Я отекла, да? Да, хорошо. Вот. И самое простое бороться с отеками – это тормозить свое тело. Прыгать. И баскетбол, прыгать, кстати, просто очень прыгать? Классная тема. Мы можем все это соединить и отправлять девчонок играть в баскетбол. Я прямо сейчас я вам их буду показывать, а вы скажете, кто из них, скажем так, кому из них требуется минимум ваших упражнений, потому что они так красивые, а кому следует поработать над собой. Торники Шенгели. Смотри, какой брутал. Здесь и морщиться не надо. Ну, веки чуть-чуть бы приподняла, конечно. Без всяких мезотерапий, нититерапии. Вот руками бы подняла бы веки. Руками подняла бы веки. Это Дэрон Хиллер, наш снайпер. Блин, ему каждая девочка позавидует. Такие ресницы, такие губы. Блин, я бы уналась, смотрю, что это какой-то минус был. Я бы уголки губ подняла бы. Я то хотел сказать, что хотя бы пощекотать его. Ему просто шутку сказать, смешную шутку сказать, он тогда улыбнется. Наш тренер Димитрис Итудис. Тут надо быть осторожнее. Ой, я боюсь. Классный.
классный. И у него серьезный. А мне кажется, идеальное сочетание вот серьезности, вот прям сразу уважение, и еще такой свой. Типа не просто серьезный такой. Димитрий Сетудис, свой тренер. Кирилл Зайцев, студию паркета. Человек, который стал легендой благодаря в баскетбольных кругах, благодаря роли Сергея Белова в фильме «Движение вверх». Как часто ты вспоминаешь «Движение вверх»? Потому что фильм-то, ну, это прям уже легенда в российском пространстве. У тебя он как, преследует? Конечно. «Движение вверх» началось мое движение вверх. «Движение вверх» в профессии, именно в кинокарьере в моей. И поэтому роль Сергея Белова для меня знаковая и останется навсегда. Студия 3T и «Движение вверх», вот как бы говорят, звезды совпали. И сама книга, на самом деле, для меня очень много дала, и становление, потому что каждая роль, любая роль, она тоже влияет на твой характер. Да, и да. У Сергея Александровича только можно позавидовать его трудоспособности и трудолюбию, которую я до сих пор как бы несу и с полной отдачей пытаюсь исполнять свои роли. Когда вышел фильм, и когда все-таки вот это вот умение в решающий момент брать ответственность на себя, это и пишет Сергей Александрович в своей книге, это очень важное умение, ответственность брать. 100%, это самое важное. И побеждать. Ты победитель или лучше считаешь, что иногда можно вовремя проиграть, как вот мы в «Барсе», чтобы потом новую победную серию сделать, или нужно каждый матч на последнего? Ты знаешь, я так плохо себя чувствую, когда я проигрываю, если честно. Ну, я прям болею. Так. Вот это если откровенно. И это интересная вещь, потому что даже на съемках фильма, ну, все понимают, что я актер. Так. Да, все понимают. Но там, когда мы разыгрывали какие-то комбинации, и не получалось ее исполнить круто, так, я все равно очень близко это воспринимал. Спасибо всем большое. Евгений Седых, Кирилл Зайцев. Это «Мегаспорт». Увидимся в кино и на баскетболе. Счастливо. Пока.